Вот, и вот эти, и все цветочки, и все это для тебя. Ну я ложу вот туда вот. Это от команды, да? Да. Да, объявляю, а я буду... Розовый – это от команды. Вот. А второй – это от папы. Уже какой по счету неизвестно пошел. Видишь? Ого, красивый, да. Я сама делаю красивый, спасибо. Вот. Да, спасибо. И от бабушки с Наташей, спасибо. Да, и от Вани с цветочкой, спасибо, спасибо. Цветочку. Так, о боже мой. Вот еще. Вот цветочки. Так, а это уже от кого, расскажи. Вот. Рассказываем. Это от папы все. Вот это да. Какой оранжевый. Смотри, какой он красивый. И розочки. Видишь? Да. Вот. Да. Потому что умочку свою я люблю. Вот умочку свою я люблю. Спасибо. Вот, и она, вот, сейчас у нас утро, она только родилась, буквально несколько, вот пару часов назад, как говорится. И она рождалась прямо, я проснулся в ту секунду, когда по времени она рождалась, я увидел, вдруг появились сначала дреды, потом я подумал, что это хищник, и я начал звонить Виолетте, а она не брала трубку, и я, потом я увидел, о, мордочка появилась из-под одеяла. О. Да. Это была Пумочка. Потом я увидел Пумку на спине на нее. Потом я увидел ножки. И там была тоже наколочка на ножке. Да. Я вот так радовалась. Иду целовать ее. Да. Вот. Да. Так что сегодня с днем рождения тебя. Спасибо. Вот. Вот. Спасибо. Это спасибо. Сердечко, спасибо. Вот. Спасибо. Видишь, для тебя. Да. Вот. Все будет спать. Спасибо. Вот. Вот такие дела. Так что, дорогие мои, самое классное время. У нас сегодня день рождения моей любимой принцессы, моей Пумочки, Виточки, которая всю жизнь служит людям, служит Богу, служит мне, помогает постоянно. Вот. Вот. И всегда стесняется. Она всегда стесняется. Потому что мы только проснулись. Очень такая, знаете, ситуация. Мы не переоделись, ничего. Вот. Вот так.